Что ты на меня смотришь, мадам? Я нормальный тигр, самый обычный. Жду автобус. Гуляю со своим другом и жду с ним автобус. Что не нравится тебе, не понимаю. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем снова в симулятор оленя. Вы помните, как 2 года назад я играл в эту игру, но теперь она обновилась, и она стала еще упоротей, судя по всему. Я думаю, эта игра настолько великая, что она определит будущее всей игровой индустрии. Ведь это олень, олень из будущего. И что он может определить, кроме как будущее? Определи нам будущее, олень! Его голова пытается указать нам на будущее. Будущее стремится на дно. Бо! Что это? Стоп! Это же симулятор оленя, причем здесь человек. Хорошо, давайте попробуем создать ему лицо. Йо! Что это такое? Походу, мы можем создать что-то отвратительное. Оп, огромные уши. И немножко скошен влево? Вправо, если смотреть по его лево. По его праву, мое лево. Часто запутываешься, чье право, кому какое право принадлежит. Нет у тебя прав! И у меня тоже. Кажется, я сделаю сейчас себя. Вот, прям совсем я. Пусть у него будут красные спортивные штаны. Пусть у него будет красная спортивная обувь. И борода. Прям совсем я. Все, иди и радуйся жизни. Что происходит, черт подери, я вообще не понимаю. Едет машина. Сейчас забьет оленя. И я спас его. Я пожертвовал собой и подох. Но я рад, я счастлив. Ведь такая жертва, она не напрасная. Она того стоит. Мы спасли оленя, и теперь он должен поклясться отомстить за нас. Судя по всему, в этом прикол игры. Возродиться? Да. Что вообще происходит? Как это вот заставка вначале связана вот с этим? Я не понимаю. Полицейский стоит. Оп! Простите, подных дал полицейскому. Как неловко. Он убежал. На первый взгляд, ничего нового, кроме той странной заставки, которая непонятно как связана все-таки с этой игрой, с этим миром оленя. А! Отлично, вы олень! Огромная лошадь! Оседлать! Почему лошадь такая огромная? Я просто через задницу ее пролез. Ну пойдемте. Я буду олень на белом коне. Ну не совсем белом. Олени бедствия. И нажать надо. Бам! Мы набираем букву И зачем-то. И что-то это нам даст. Лошадиный апокалипсис устроим. Что происходит? Она так забирается на дом? Судя по эффекту лучей, которые по краям экрана, это что-то эпическое происходит. Мы уже очень высоко, что даже коала не ожидала такого поворота. Собственно, конь продолжает идти наверх и меры не знает. Я вообще не понимаю, что происходит. Ладно, давайте попробуем. Что? Ты делаешь, конь? Он просто прыгнул внезапно и приземлился на посадочную полосу. Сюда нужно поставить корову и оленя. Коня в жопу. Ой, не лезь туда к нему. Нам нужно найти оленя. Так олень это я. А вот корову бы еще найти. Побежали. Прости, конь. Я что-то лупанул его по заднице. Что в этом Чайна-тауне можно делать? Кнопки опять? Нам нужен, я так понимаю, это какой-то пес? Пес и олень. Да, видите, это храм пса и оленя. Что ж, пойдемте искать. Но сначала мы, конечно же, возьмем этот прекрасный меч. Человек-телевизор. Все, это слэшер теперь. Давайте изничтожим это здание. Бам! Все, за мной охота. Это мусора под вид овца. Бежим отсюда. Забираемся наверх. Оп! А что если я ударю эту... Я помню, что с ней произойдет. И она сделает сразу, меня убьет сходу. Коала это мой финальный босс. Стоп, это же конь. Почему-то этот конь теперь маленький снова. Давайте оседлаем его. Оп! Аккуратней. Это пони получается. Ты прыгать умеешь? Какой отстойный конь. Не способный ничто сделать. Давай, лети, как твой отец летал. Недостоин его. Ладно, это жалкое зрелище. А вот лодка. С этим может быть интересно поиграть. Доступно дополнение в Steam. Я скачал обновление. И оно подплыло ко мне огромным крейсером. Так, 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 покажите-ка мне его. Доступно после победы над Собакином. Станьте тигром. У-ху-ху, побежали. Это еще смешнее. Что ты на меня смотришь, мадам? Я нормальный тигр, самый обычный. Жду автобус. Гуляю со своим другом и жду с ним автобус. Что не нравится тебе, я не понимаю. Так, он не встал. Бо! Тигр сдох во мне. И олень вернулся и по мне проехал. А! Меня сбили. Но магическая сила тащит меня куда-то вперед. Пожалуйста, помогите мне. А! Не так. Все, поднимаемся, сейчас фигня. Вот, берись. О, да. Мы сбросили рога и отрастили 2 ствола. Расстрелять, расстрелять. Да елки зеленые. По яйцам, по лицу. Есть. Все, против нас овцы. Где они? Я не сдамся без боя. Я взял заложника, чтобы отбиваться заложником. Нападай. Хорош. Вы одолели мусоров. Это прекрасно. Катана, уничтожить это здание. Тут должно быть что-то прикольное под ним. А, песто? Фигня полная. Я не этого ожидал.
Снова полиция. Итак, на этот раз это полицейская машина. Медведь! Ну давай, иди сюда. С овцами вместе. Так, использовать гранату. Бросить. Я бросил ее? Я ее не бросил. Я тебе не брошу граната. Поганые мусора, получайте. Вы одолели мусоров. И новая полиция за нами. Я не сдамся мусорам. Собака. Такая музыка величавая. Ну что ж, пойдемте, примем вызов. О, он такой огромный. Я, пожалуй, потоп... Ладно, я не боюсь. Я не боюсь его, я же олень. О! С ним еще огромные олени. Гигантский заяц и полицейский медведь. Что это такое? Нет, только не конструктор. О, Собакин. А с кем мы можем соединиться? У нас есть шанс выбрать кого-нибудь, с кем мы можем соединиться? Видимо, нет. Сначала надо вывести из строя всех овец. Вывести из строя всех овец. Повторяю, вывести из строя овец. Овцы выведены из строя. Мы видим вскрытую промежность этого Собакина, и мы умерли. Какого, собственно, дьявола? Это рыба просто прилетела и напала мне со спины и убила. Чё за кал? Так, тигр, ты мне нужен. Призываю тебя. Тигр с пистолетом. Такой он модный, посмотрите на эту походку. Он такой красивый сегодня. И этот ствол так торчит, придает мне шарм. Та-та-та-та-та. Здесь не хватает песни Eye of the Tiger. Ведь я тигр. Это прям мой саундтрек. Я буду тренироваться под него. Я должен отомстить за своего друга оленя. It's the Eye of the Tiger. It's the thrill. Я готов. Все люди готовы и рыба готова оседлать. Почему мы стали оленем? Все правильно, ведь именно олень должен отомстить Собакину. Собакин, иди сюда. Ты готов быть умерщвленным? В какую мне сторону стрелять, я не понимаю. Возможно, мы должны машину вывести из строя. Мы можем нажать. Нажимайся, кнопочка. Есть. Все, мы лишили его руки. Теперь нужно вывести второе плечо. Есть. Давай. Нажался? Нажался! Есть! Ну что, Собакин, теперь ты не такой крутой. Вот что он делает. Он раскручивается. Я не знаю, что это значит. Он абсолютно непредсказуем. Я тоже. Ведь я хочу зацепиться за этой своей башкой. Вот так. Оп! Вы одолели Собакина. А теперь, пожалуй, пойдем сядем на нашего друга Тунца. Эй, Тунец, ты куда меня гребешь? Давай быстрее. Все, свали. Погодите, вот это что такое? Какой-то тостер на компьютерном столе. А, не знаю, не уверен, что это безопасно. Симулятор хлеба! А, мы просто теперь стали хлебом. Кто не смотрел мои выпуски по симулятор хлеба, которые были, не знаю, сколько лет, 100 лет назад вышли. Они вот здесь. Посмотрите. Нет, они вот здесь. Намажьте меня джемом кто-нибудь! Не хотите мазать джемом? Тогда я намажусь вашей кровью! Ха-ха-ха-ха! Стоп! Собакин! Нам нужно взять Собакина! Не дрыгайся! Вот, взяли! И мне еще надо как-то уложить на эту кнопочку. Надеюсь, у меня получится. Типа, засчиталось, да? Хорошо, мы сейчас что-то активируем. О, узрите, ребят! Огромный бластер наверху! Воу, мы открыли какое-то четырехмерное пространство, судя по всему. Ну что, путешествовать во времени? Конечно, да! Что это такое? Я лечу к Евгению! Оу! Я опять не туда попал. Опять опоздаю, видимо. О чем нам пытается сказать это будущее? Что все уйдет под воду? А, доступно после победы над Каала гигантом будущего. Здесь тоже есть какая-то Каала. Вон она, голографическая Каала. Бластер будущего. Он кидается сушами, видимо. Не понятно, чем он все подряд кидается. Кажется, я врубился. Я кидаю сушу и взрываю ее. Есть! Полиция из-за разрушенного здания. Они все мертвы. Оно восстало из мертвых. Ба! Человец! А, электроовца. Я все время не угадываю с названиями, но мне кажется, Маил гораздо лучше. Ставь лайк, если тоже так считаешь. Он порождает овец из своей магической хлаки. В первую очередь нужно избавиться от него, а уж потом от овец. Вот так вот сейчас мы под него накидаем суши. Ни один человек не устоит перед суши. Сражайся! Сражайся, олень! Я почти с ним разделался. Да хватит порождать святых овец. Есть, я убил его! Хорош! Новый апгрейд. Опять ко мне летит святой овец. Святой овец, я хочу исповедаться перед вами. Я убил слишком много овец. А! Нет, 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 не трогайте меня! Мы одолели! Ух, молодец я! О боже мой, во что превратилась моя голова? Машина смерти. И какие-то супер сапоги. Посмотрите, как они мне идут. И ты понимаешь, я могу теперь еще быстрее бегать. Твою мать! Такая скорость не снилась этому хомяку. Давайте заменим его. Умри, хомяк. Секунду, секунду.
Побежали. Вот. Что происходит? Колесо даже не крутится. Мы просто так убили хомяка. Че, носорог, попробуем с тобой пообщаться. А так, что ж мы на нем? Попробуем по нему выстрелять. Я сейчас убью его. Что-то мертво в нем стало. Но кажется, ему все равно, да? Появился еще один носорог поменьше. Убив носорога поменьше, родился носорог еще поменьше. Это носорог-матрешка. Открывается голова, выпадает носорог поменьше. Аккуратнее с рогом, он у тебя все-таки острый. Хорошо, еще меньше носорог. Если этому предел. Причем самый маленький носорог оказывается самым крепким. Следующим из носорога вылезет Эйс Вентура, видимо. Ну, пожалуйста, подохни ты уже. Отсюда вылезло... Что это такое? Что ж, мы пробудили внутри себя силу. Во-во-во-во-во-во-во! И мы можем оседлать супербайк. Но мы оставили лазерный меч. А мы сами супербайк. И зачем это нам? Какой отстой. Давайте спрыгнем, что-то не нравится мне. Вот это вот прикольно. Посмотрите, как быстро мы здание выносим. Моментально. Итак, последнее. Полицейское отродье сейчас родится из земли. Кролик. Кролик. Бегемот. Что? Ролик внутри бегемота, который ходит на футуристичных ходулях. Ротоходок. Я принимаю твой вызов. Вот и настоящая футуристичная битва. Пей! Пачками мрут овцы. Однако я что-то не справляюсь. Меня все больше коцают. А, блин, я даже не понимаю, что происходит. Но гибель повсюду. Главное бежать в бок все время по кругу. Медведи сдохли. Теперь этих троих нужно убить. Давай, ротоходок. Ну, подыхай уже. Есть! Я закидываю суши бомбами вот эту местность, бегаю по кругу. И когда наберется достаточно суш, я взрываю их всех. Видали? О, нет, собакин. Он сейчас оживет. Сейчас мы спустимся к нему в ад. Побежали. Я не боюсь. Внимание, уровни оленей бедствия, снаряжение и другие будут сброшены. Я готов. Короче, куда-то мы падаем, сквозь пространство и время. О боже мой, что это? Где мы? Что это за стены? Король оленей. Вы в будущем. Так кто же из них по-настоящему олень из будущего? Где это абсолютное будущее? Вот что мне предстоит выяснить. Я должен буду бить его просто вот так вот, как есть, в рукопашку. Мы быть армрестлинг, не знаю. Мы быть в карты сыграем. А шея моя работает? Моя шея даже не работает. Он будет бить меня шеей. О, нет, у него есть все. А мне? Забрать. Ты зря заспаунил эту саблю, бэтч. Черт, 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 черт! У него оружие! Так, забираем саблю. Перед саблей ты не устоишь. Черт, черт, черт. Да! Повержен, бэтч! Ведь повержен? Он встал. Проклятие оленя. Это очень крипово выглядит. Я не знаю, что мне делать, надо бежать. У меня половина хп. Я не могу бить по этому оленю, но могу бить по основному. Погибель! Погибель! Нет! Нет! А, мы прямо отсюда. Вы в будущем. Вот кем я стану в будущем. И мне это очень нравится. Я хочу стать таким. Поэтому я должен убить себя в будущем, чтобы стать собой в будущем. Чтобы занять его место. Просто бей его. Все. По щам надавал, удупал. Продолжаем бить по щам. Мне кажется, это самый эффективный способ. Щам его аккуратненько так просто вырежем. А, все, он подох. Вот теперь я могу убить самого духа оленя. Он сейчас старается. Главное не бояться, оказывается, просто бить. Продолжаем бить. Продолжаем бить. Я победил. Так просто... Я убил сам себя. Вот она, плохая концовка. Видели, у меня появились очки? А, нет, вон я. О, боже мой. Это новый город. Они собираются воедино. Пошли в жопу рога. Мне не нужны. Собакин! Он мой друг, надеюсь. Да, они все мои друзья. Надеюсь. Мы сейчас будем двумя годзиллами сражаться. Как играть? Погодите, я не готов. Эй, слабая атака. W, барьер, сильная атака. Давайте попробуем вот сильную атаку. А он нифига себе. Хорошо, и ты понимаешь, что особый барьер ничего не дает? А, по заднице, да больно. Вот так себе. Просто сдохни. 4-3. Есть! Ну давай, делай свой ход. Прекрасно. Слушайте, я прям взмок, аж вот это эпичный бой. И в этом драма даже есть такая. Swallow this. Стрелять или нет? Конечно, стрелять. Пс-пс. Но ведь я фактически выстрелил. Самого себя. Нет, я похороню его. С почестями.
Покойся с миром. Ай, прям так его засуну под эту штуку, под эту плитку. Немножко грустно мне. Несмотря на то, что эта игра полнейший бред, мне все-таки грустно. История меня зацепила. О, ни хрена себе. И сейчас мы возьмем его очки. И все, что нам остается теперь, это ждать, когда придет очередной я и продолжит этот круг порочный. У меня нет выбора. Ведь я олень из будущего. Симулятор оленя. Глубоко. Охренеть, мне даже понравилось. Реально, мне понравилось. Вот это было очень круто. Несмотря на то, что это полная дичь. Я думаю, это прям прекрасное место, чтобы закончить видос. Если вам понравилось, друзья, поставьте лайк. Пишите, хотите ли вы, чтобы я продолжил играть в эту игру, открывать новые секреты, новые концовки. Это было сильно. Это было прекрасно. Подписывайтесь на канал и вступайте во все мои соцсети. Ссылки будут в описании. С вами был Юджин, и всем пять!